Я сходила на диагностику, да, чтобы вы понимали, ну, червяки мои друзья, у меня их было 6 видов, каких хочешь. Это при всем том, что у меня в ротовой полости кислотность была шестерочка, еле-еле там на 6, 5,5, это уже, ну, это уже совсем плохо, вовремя я к вам пришла. И ты начинаешь думать, как удерживать этот pH-баланс, как помочь, чтобы приборчик не перерабатывал, да, чтобы именно, вот как вы говорите, точечно с ним работать, а не без понятия нажимать все программы. То есть ты переходишь на какие-то диеты, ты начинаешь менять полностью свой образ жизни, ты понимаешь, как это все легко с смарт-лайфом, и в какой-то момент, вот мы последний раз говорили с Натальей Григорьевной, ты начинаешь хотеть так помочь вот всем окружающим людям, смотришь на них, как на слепых котят. И вот хочется вот докричаться до людей, а они вроде как за стеклом, да? И вот это вот самое страшное, и спасибо вам, что вы делаете такие конференции, здесь люди, которые уже не за стеклом, которые уже меняют свою жизнь, меняют жизнь своих окружающих. И я очень-очень-очень благодарна вам действительно за вашу продукцию.